Всем привет! Многие, наверное, задаются вопросом, как посмотреть, какой пробег у нас на самом деле кроется в мозгах, потому что зачастую бывает, что пробег у нас отличается, но хотя мы этого не знаем. Многие перекупы не заморачиваются и стирают только с щитка приборов информацию о пробеге, а на весте пишется пробег и в датчик АБС, и в мозги. Вот, и поэтому, из-за того, что дорого стереть со всех блоков информацию о пробеге, перекупы в основном стирают и отвязывают щиток приборов от датчика АБС, от мозгов, и тем самым получается в щитке приборов у нас один пробег, а в мозгах и в АБС у нас совершенно другой пробег. Кстати, кто не знает, если взять новый щиток и поставить его за место штатного, то автоматом пробег, который у нас в блоке АБС, пропишется в новый щиток, и у вас будет опять же родной пробег. Как при помощи телефона определить, скручен ли наш пробег или нет? Берем ELM-327 на двух платах хорошей версии 1.5 и подключаем. Открываем программу Car Scanner и нажимаем «Подключиться». Подключаемся. Подключились, теперь заходим в папку «Все датчики». Далее листаем вниз, листаем до пункта «Суммарный пробег автомобиля». У меня он составляет 96 556. Сравниваем пробег и убеждаемся, что у нас все в порядке.